Продолжаем наши челленджи. Мы сейчас будем с Тимуром вас искать. Hello. Говно! И очередной челлендж. Называется «Плохие анекдоты». На кровати валяется изнасилованная Мальвина. Ты зашкварный. Нет, ты. Меня ты. Нет, ты. Карабас-Барабас. Пидорас. Мы продолжаем выяснять. Ты знаешь анекдоты. Сегодня будешь жрать торт из говна, торт из говна, торт из жюри, торт из нас, торт из говна. Это просто праздник какой-то. Это жираф! Отрубил! Хуй под жопу. За ваши деньги. В котле варится суп из черепахи. Дрочилы. Тимур. Я, между прочим, кабачок ловлю. Конечно. Ну да. На полу лежит ковер из пуделя Артемона. 10 секунд, я подумаю, хорошо, хоть не ковер. Знаешь, какая штука самая огромная и брутальная? Едем дальше! Блин! Все.